сценарии освещения в Homestyler. В программе есть возможность сделать подсветку и гибко настраивать осветительные приборы, чтобы можно было передать атмосферность планируемого дизайна. Потому что вы можете корректировать, какой цвет будет по теплоте, по температуре, теплые оттенки или холодные. И согласитесь, что когда у нас появляется освещение, то рендеры уже совершенно иначе воспринимаются. Они как бы оживают. И когда вы покажете заказчику такой вариант, как будет выглядеть финальная его квартира, то, конечно же, это будет вам только на руку. Поэтому в уроках мы подробно разбираемся с разными типами светильников, учимся настраивать солнце, менять его местоположение, корректировать угол и также прорабатываем не только дневную сцену, но и уделяем внимание вечернему освещению. Thank you.